Приветствую вас, мои дорогие! Ежедневно мы сталкиваемся с множеством неприятностей, мелких и не очень, будь то плохое настроение, неудачи в профессиональной деятельности, личной жизни, заниженная самооценка, мешающая жить полноценной жизнью, или же болезни разной степени тяжести. При этом далеко не всегда мы пытаемся побороть их самостоятельно, а скорее готовы верить, что нам обязательно поможет окружающий мир, подскажет и спасет. Мы прислушиваемся к советам близких и не очень друзей, родственников, всевозможным статьям и телевизионным программам просветительского характера. Однако не всегда все это способно нам помочь. Очень часто может и навредить. Сегодня вы научитесь простому ритуалу, который поможет избавиться от негатива и привлечь удачу в вашу жизнь. Для этого нам потребуются пуговицы. Для того, чтобы притянуть к себе успех и удачу, необходимо взять новую пуговицу. Старая не подойдет, так как в ней хранится много чужой энергетики. Купите новую пуговицу небольшого размера. Цвет пуговицы выбирайте, исходя из того, чего вы желаете получить. Красные пуговицы привлекают любовь, делают человека увереннее в себе и притягивают полезных людей. Черные пуговицы защищают от порчи из глаза, а также оберегают от несчастных случаев. Желтые пуговицы благотворно влияют на состояние здоровья, как физического, так и душевного. Зеленые пуговицы привлекают деньги и успехи в работе. Синие пуговицы нормализуют отношения с окружающими людьми и делают человека мудрым и рассудительным. Белые пуговицы привлекают везение во всем и даруют хорошее настроение. После того, как вы выбрали пуговицу, ее необходимо пришить к одежде, которую вы носите чаще всего. Я рекомендую пришивать ее ко внутренней стороне одежды. Пуговицу не должны видеть другие люди. Пришивать пуговицу нужно нитками такого же цвета, как и она сама. В процессе шитья необходимо думать о том, чего вы хотите привлечь в свою жизнь. Можете загадать желание в соответствии со значением цвета пуговицы. Обрезать нитку нужно зубами. Перед последним стежком произнесите следующий заговор на удачу. «Все задуманное исполнится. Все, что пришито, теперь часть моей судьбы. Да будет так». Все получится, и не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь и обязательно жмите на колокольчик. В комментариях пишите «Удача со мной». Начинаем с этой секунды притягивать везение в свою жизнь. Нужна помощь? Пишите. В описании под видео есть ссылка, по которой вы сможете обратиться ко мне. Еще больше ритуалов вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылка в описании видео. Добра вам!